Добрый день! С вами программа «Дом в деталях» и я ее ведущая Леся Кантанина. В наших передачах мы будем делать простые, несложные композиции для украшения вашего дома. Мы будем использовать много природного материала, который окружает нас вокруг и доступен каждому. Как мы не хотели растянуть время и попытаться переделать все дела, но все-таки уже пришло время рождественских праздников. И как обычно это бывает, украшения своего дома мы оставили напоследок. И для этого уже совсем не осталось времени. Поэтому сегодня я хочу с вами поделиться некоторыми идеями, как сделать это очень быстро, качественно, эффективно, затратив при этом минимум сил и энергии. Мы сделаем несколько очень простых композиций, используя те материалы, которые есть у вас в доме, либо вы можете их найти вокруг. И они украсят ваш дом к праздникам, сделают его нарядным, красивым и уютным. Ну что же, идем? Гуляя в лесу, я нашла вот такую вот палку. Она у меня долго лежала, я не могла придумать, что же можно сделать с нее красивое и декоративное. Но вот наступили новогодние праздники, и нам нужны очень быстрые и эффективные поделки. И эта палка вдохновила меня на идею сделать гирлянду. Ее можно будет подвесить куда-нибудь к люстре, либо разместить на однотонной стене. Она будет красиво смотреться в интерьере. Для того, чтобы ее декорировать, я подобрала максимально натуральные материалы по цвету и по фактуре. Вот такие вот шары, декорированные листьями, я делала осенью. Но они вполне подойдут нам и для зимнего декора. Техника изготовления гирлянды очень проста. Мы будем просто привязывать декоративные элементы в разных местах. И также посмотрим по высоте, чтобы они создавали какой-то такой... Ну, вот я сейчас вижу, чтобы они повторяли, наверное, изгиб палки также высотой наших подвесок. Но в процессе мы, наверное, будем что-то корректировать. Давайте начинать. У меня есть вот такой вот уже готовый элемент, который я собрала, приготовила заранее. Здесь также использованы природные материалы. Это шишки, палочки корицы, вот такой вот пучок с веточками и деревянная елочка. Это все я нанизала на основу и закрепила крепление. Крепить я буду наши элементы с помощью бечевки. У меня есть вот такая тонкая. Есть вот такая толстая. Я ее тоже использую. Она придаст как бы увесистости и фактурности нашей гирлянды. Итак, начинаем. Беру шар. Закрепляю с помощью бечевки. Крепление можно делать как высокое. То есть вот здесь, если вы хотите, чтобы ваш шарик имел... Ну, вот такую петельку. Можно приматывать непосредственно у основания. Я буду делать то, что быстрее. Мы привязали за основание. Тут у нас есть такой вот узел, в котором мне хочется что-то добавить. У меня есть шишки. Есть вот такие вот сердечко. Я его примотаю здесь, чтобы наши элементы были многоярусные. Ну вот. Первый элемент практически готов. Я себе определю приблизительную длину нашей гирлянды и буду по этой длине отрезать бечевку. Потом я буду собирать все элементы одновременно, для того, чтобы мне легче было смотреть и регулировать высоту. Ну, я думаю, что вот такой длины нам хватит. Готовим следующие элементы. Шарик я сделаю второй по такому же принципу. Приматываю бечевку у основания, завязываю бант. Так как у нас быстрый декор, все делаем очень быстро. В этом элементе я добавлю вот такой вот срез апельсина. Проделываю отверстие в верхней части, продеваю нашу бечевку. И также фиксирую.
Еще раз. Опять-таки, в этой композиции можно использовать все, что угодно. Шишки, желуди, каштаны, какие-то веточки просто нужно связать в пучок и примотать к этой гирлянде. Идей для творчества масса. Так, складываем здесь. У меня есть вот такой вот белый шар. Работаем по такой же технике. Приматываю к основанию. И хочу дать ему еще один уровень. Думаю, использую шишки. Для этого беру коротенький краешек, который я оставила. Обматываю шишку. Завожу вот за вот эти чешуйки, которые есть у нее. И привязываю. Так, фиксирую двойным узлом, чтобы шишка хорошо держалась и не выпадала. Так, отрезаем длинный край веревки. Пока что просто с запасом. Потом будем располагать элементы на веревке. Так, забыла еще завязать бантик. Закрепляем верхний краешек, чтобы он у нас не висел. Или можете его просто отрезать. Я на всякий случай его оставлю. Вдруг в процессе финальной работы над гирляндой мне придет в голову еще какая-то идея. Мне покажется, что не хватает элемента. У меня будет возможность его закрепить. Со вторым шаром поступаем точно так же. Продеваем, фиксируем и привязываем шишку. Возьму вот такую побольше шишку, чтобы они отличались друг от друга. Так, провожу между чешуйками и привязываю. Так, все, отрезаем. Шарики готовы. Еще у меня есть вот такая вот толстая бечевка. Я ее использую для крепления шишек. Шишки у меня есть вот такие вот побольше. Я их просто подвешу на вот эту веревку. По-моему, будет красиво. Для этого я отрезаю край. Веревка вот эта толстая, она состоит из нескольких маленьких. Я краешек немножко вот так вот распушиваю, для того, чтобы его можно было хорошо закрепить у основания шишки. Итак, наношу клей на основание шишки. И затем вот этот край вот так вот прижимаю. Получится такая вот шапочка у шишки. Можно ее дополнительно еще вскрыть краской и, например, придать ей коричневого цвета. Будет очень так натурально. После того, как приклеили, несколько секунд подождите, чтобы клей схватился. Я сделаю этот элемент двусторонний, чтобы его можно было даже не привязывать, а просто перебросить через палку. Отрезаем. Распрямляем вот так вот кончик. Берем шишку и острой стороной наносим клей. И фиксируем хвостик. Так, ну вот. Готов первый элемент. Похоже у нас на какую-то лампочку Эдисона. Так, делаем еще один элемент из толстой веревки. По такому же принципу. Ой, а знаете, какой эффект получается? Что вот этот клей, который
он как бы выдавливается из-под веревки, он получается как настоящая смола у шишки. Очень круто. Продолжаем. У меня еще есть вот такие вот звездочки, которые тоже вполне подходят по цветовой гамме. Я их, наверное, просто закреплю на бечевке. Я все в поисках какого-то элемента, который украсит нашу звездочку. Может быть, воспользуемся каким-то красивым шариком, добавим блеска. Ой! Ну вот, почему бы и нет. У нас все-таки новогодняя композиция. Привяжем сюда шарик. Он золотистый, как раз подходит к нашей звездочке. В общем, создание новогодних композиций – это сплошное творчество. Вот наша красивая декоративная ветка. В общем-то, можно ее еще дополнительно как-то декорировать, тонировать. Но я решила сделать композицию в таком натуральном цвете, поэтому ничего с ней не делала. Я принесла ее просто из лесу, и она немного подсохла. Желательно ее куда-то положить, чтобы можно было... или подвесить, чтобы можно было привязывать элементы, уже видя, как они располагаются. Но так как у меня такой возможности здесь нет, я буду привязывать и делать подвесы рукой. Ну что же, начинаем. Я думаю, что у меня вот эта шишка будет самой длинной точкой. Потом я буду все приподнимать. Ну вот параллельно изгибу нашей палки. Привязываю. Так, фиксирую. Конечно, желательно вязать такую гирлянду вдвоем. Что кто-то должен держать, а кто-то вязать. Поэтому при украшении вашего дома к новогодним праздникам подключите к этому процессу мужа, детей, родственников и друзей. Так, дальше у нас идет звездочка. Мы ее сделали длиннее, чем шишка. Но мы это решим вот так вот. Просто намотаем на ветку и уберем длину. Чем хороша такая техника, что если в процессе вам покажется, что нужно что-то переместить или перевесить, вы можете вполне это сделать. Ну, а вот такая звездочка у меня еще есть. Угу. А для звездочки здесь есть специальный крючок. Я думаю, что уже достаточно элементов. Ну, конечно, все на ваше усмотрение. Можно сделать ее более густую, можно сделать более такую вот редкую с просветами. Длину также регулируйте сами. Вот такая вот красивая гирлянда у нас получилась. Вы можете расположить ее, например, где-нибудь на полке, либо на комоде, и она будет свисать. Также, если у вас однотонная стена, она будет прекрасно смотреться и на стене. Или можете ее подвесить к люстре. В общем, в вашем доме вы лучше знаете, где ее применить. С вами была программа «Дом в деталях» и я ее ведущая Леся Кантонина. До новых встреч!